А какая ведь не тупиковая? Любая ведет в тупик. Просто он бывает ближе и дальше. Что такое человек? Гормональный робот, запрограммированный на тиражирование своего сборочного кода и обремененный культурой, требующий безропотно умирать за бракадабру, переписываемую каждые 20 лет. Какой еще тупик тебе нужен? Люди о себе так не думают, сказал Кукер. Конечно, они думают, что они носители бессмертных душ, строящие коммунизм, либеральную демократию, ветрогенез или царство Божие на земле. Но биологический человек – это зажженная спичка. Отрежет он от себя письку или пришьет, погибнет в перестрелке или выживет, не так уж и важно, потому что он по-любому сгорит в атмосфере, как метеор, спросил Кучер. Да, но не в поэтическом смысле, а в самом прямом. Физическое бытие есть необратимое окисление. То, что дает вам жизнь, одновременно ее отнимает. Даже наши низшие баночники – это просто усовершенствовавшиеся спички, которые надеются гореть вечно. Они не смогут? Нет, конечно. Проживут несколько раз дольше, и все. Мозг в банке. Прекрасно. Но чей это мозг? Человеческий, усмехнулся Кукер. Именно. А человек – это страдающее, больное, обреченное на смерть млекопитающее, постоянно сидящее на десятке внутренних наркотиков. Они искажают его внутреннюю перспективу, проецируют на агрессию, сводят с ума надеждой на спаривание. Ваш знаменитый разум способен лишь на то, чтобы находить для безумных метаний рациональные поводы. «Человек познает мир», – сказал Кукер. Так нас в школе учили. Человек ничего не познает. Он воспринимает только то, что ему специально показывают. Кто? Природа и культура. А ваши мыслители удивляются. Ах, а почему люди воюют? Почему убивают друг друга? Да потому что смерть – их естественный пункт назначения. И единственная настоящая человеческая свобода – это умереть раньше срока.